что, Бо Павло, что ты скажешь на солнечную Калифорнию? Народу, да? Да. Я хочу сказать, что мы очень счастливы с Дмитрием Ивановичем, делаем такой бизнес-трип в солнечной Калифорнии, город Сакраменто. Температура 75 градусов за бортом нашего самолета. Настроение прекрасное, и мы даже удивляемся, как это может здесь трава такая высокая уже расти. Цветы цветут, не знаю, солнце светит. Кашель проходит. Кашель проходит. Да. Ну я не знаю, просто согреваемся. Греемся. Греемся, мы набираемся солнечного солнца в городе Сакраменто. Даже одел очки. Даже одел очки. Иначе солнце Сангласы. Как положено. Но... Ваня, что? Как Калифорния? А? Нормально. На удивление, Калифорния зеленая. Зеленая. Сейчас я вам попробую показать. Смотрите. Все зеленое, трава зеленая, большая, растет. Так что, вот такие вот. Город Сакраменто. Мы едем сейчас загружаться камнем. И Дон Пабло, личный журналист. Ну да, я, между прочим, работаю сейчас журналистом у клана Девенцов. Ивана Дмитрича, да. Старшего. Так что тут надо отмечать сейчас у Ивана Дмитрича Старшего. Так что тепло, вы знаете. После наших дождей, аж как-то на душе радостно. Мы аж даже сегодня вот с Дон Пабло спели песню Григория Лепса. Я счастливый, да? И другую песню еще, «Самый лучший день», да? Да, «Самый лучший день» проходит сегодня, да? Так что, ну что, привет вам всем из солнечной Калифорнии, шаббат шалом мишпаха, Сакраменто. Сейчас почти 75 градусов тепла, это в 11 утра, еще обеда нет. Такие вот дела. До побачення, как говорят, дорогие друзья, шановні слухачі. Ну что, дорогие, вот мы с Дон Пабло. Набираемся витамина D. Дон Пабло. Шановні друзі и все присутні на Фейсбуке. Да, мы... Шалом вам вот это, с прекрасного города Сакраменто. Заехали сейчас выпить кофе. Посмотрите, все кругом цветет. Ну, Павло. Не, ну красиво, смотри. Ваня, ты набираешься тоже витамина? О, Ваня такой белый, тоже ему надо набираться. Смотри, как здесь красиво. Сейчас я покажу. Какие деревни в цветах. Вот так все цветет. Хорошо на улице. 75 градусов по Фаренгейту. Вот так мы заехали в такой плазу, стор. Все в цветах. Так что в Калифорнии сейчас хорошо. Сейчас время хорошее. Смотрите, какие цветки. У нас уже в Орегоне должно вот так цвести. А у нас еще этого нет. Вот в цветочках сидят птички. Дон Пабло, ну что ты хочешь сказать?
находясь в тепле и среди цветов. Хочу сказать, что нам очень хорошо. Мы счастливы, что мы здесь. Что мы сейчас набираемся солнца. Набираемся солнечных этих лучей, солнечной энергии. Вот, и должны вернуться в наш дождливый штат просто солнечными, так? И привести солнце. Да. Срочно привести солнце в штат Орегон. Не, ну и хорошо здесь, просто хорошо. Сейчас самое время хорошее в Калифорнии. Когда тепло, не жарко, все цветет, все пахнет. Так что, как говорится, еще раз всем шаббат шалом. Мы будем с Дом Пабло шаббат проводить в Калифорнии, в Сакраменто. Да. И всем хороших выходных и хорошего шаббата. Так что...